Лариса, квас готовила. Сколько людей готовили? Два дня. В дизеловский магазин. Беру. Вы же попросили квасу, я... Жёг я бумагу в прошлый раз. И наклонился вот так, бумагу-то вывалился. А у меня вывалился два паспорта, все с собой вывалилось прям тут же. Я понял, с этим делать играть нельзя. Что я делаю? Еду дорога, у меня такие маленькие тряпочки, я из них шил. Теперь решил пуговку, застегнул, а теперь внутри у меня лежат документы. А их привязал. Это шил веревочку дорогой, пока сидел. Вот видишь, паспорт заграничный, паспорт такой. Я вовнутрь. И что ж нам это? Вот так. Это со стариковской попечительностью. Бассейн раздавил. А кто ставил туда машину? Я затронул. Ну задом бы выехал. А что, я задом. Как ты задом? Ты начал выруливать и детский бассейн. Нет,